«Пора быть счастливыми». Такое название носит новый социальный проект для ульяновских женщин предпенсионного и пенсионного возраста. По сути, это продолжение другой программы агентства социально-культурных проектов «Фотошкола 55+». Теперь женщин будут не только учить краситься, позировать и фотографировать, но и танцевать бачату, а также заниматься декорированием. Проект в этом году победил в областном конкурсе грантов и получил на реализацию счастья женщин 209 тысяч рублей. Наш проект будет длиться 3 месяца. Я надеюсь, что у нас будет 2 группы по 20 человек. Но потом мы будем выезжать с выездными такими, знаете, шоу-программами в районы, где мы будем показывать на выставке, чему мы научились, и показывать свой мюзикл, свои танцевальные, музыкальные номера. Мастер-класс по флористике от московского искусствоведа и декоратора дал старт спецпроекту. Семинар посвятили подготовке к предстоящему главному христианскому празднику Пасхи. Участницам рассказали о декораторских приемах и штучках в оформлении своего дома и стола на примере пасхальной корзины. Так, на Пасху всегда было принято украшать дом живыми белыми или красными цветами. Прежде всего гиацинтами или же нарциссами, тюльпанами, первоцветами и подснежниками. Вот центральная корзина пасхальная, либо пасхальная горка устанавливалась в центре стола. В Светлую Седмицу было принято держать стол накрытый целую неделю. К вам всегда приходили гости и были какие-то угощения обязательно на столе. Конечно, традиционный наш кулич, творожная паста и крашеные яйца. Следующий мастер-класс посвятят декору интерьера. Подобные семинары для представительниц прекрасного возраста будут проходить 2 раза в неделю. Сподвигло, во-первых, интерес, как вот оформить, все-таки русские традиции, и любопытство. Я этим как бы потихонечку увлекаюсь, там росписи тарелок, декупаж, яйца вот пасхальные, хочется что-то сделать. Сегодня в регионе действует свыше 1500 некоммерческих организаций. По поручению губернатора в этом году на грантовую поддержку социально ориентированных НКО предусмотрено 12 миллионов рублей. Рената Люлова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.